Привет всем зрителям и подписчикам канала Тактика Победы. С вами снова Макс, и мы продолжаем играть в игру Рим. За фракцию Рим. Вот так. За прошедшее время, то есть после снятия последней серии, мне удалось захватить пару провинций еще, попутно, так сказать, после тех, которые были захвачены в последней серии. Это вот я практически захватил полностью уже территорию нынешней Турции. Осталось несколько провинций, как видите, раз провинция и куски провинции, которые чисто уже принадлежат мне. То есть на этих территориях я спокойненько уже могу дестабилизировать обстановку, так как моя культура все-таки сильно влияет на культуру соседних стран. Здесь все обошлось, как говорится, без крови, ну то есть без объявления войны державе Каппадокия, так как мое присутствие сильно подрывало культурное, как сказать, культурное отношение граждан этих стран к владельцам, то есть к фракции Каппадокия. И мне достаточно было просто подогнать парочку шпионов, организовать диверсии, и все. Поднялся мятеж, территории были захвачены врагами, то есть повстанцами, и этих повстанцев я быстренько умял. Так же обстояло дела, да, здесь. Это были только здесь дела, короче, наши. Как... Ну, у меня сегодня язык что-то вообще не поворачивается. Ну, так вот, осталось мне захватить вот эту провинцию. Ну, я думаю, скоро пойду туда уже насильственными действиями. То есть, двину туда свою армию уже непосредственно против этой державы. Так как я ее уже в значительной мере ослабил. Я и так практически воюю вот с этой вот всей территорией. Получается, да, тут Персия, Селевкиды. Кто тут слоны эти... Дрангианы, блин, ну короче все против меня сейчас в данном случае. Вот сейчас где-то можно посмотреть, да, вот дипломатический статус. Враги, как видите, вся территория здесь практически красная. Ну вот, еще Парфия и Артакуана со мной не воюют, потому что я на них еще не нападал, как видим. Но, я думаю, скоро начнется. У меня вот здесь войска стоят спокойненько уже. Территорию державы... Забыл там, какая держава была. Сейчас посмотрим. Так. Где-то здесь город был. Назывался как держава. Понт, по-моему. Бактрия. Вот. Держава Бактрия была здесь. Я ее спокойненько, вот, как видите, уничтожил. Захватил провинции, вот у меня армия стоит. Вот вторая армия стоит. Тут, конечно, еще надо добить войска Армении. Но, думаю, это будет быстро. Стоит моим только отдышаться. И все будет очень хорошо. Также, в сегодняшних планах на эту серию, я хочу захватить территорию Карфагена. Уже который раз мы этот Карфаген берем, уже не знаю, даже не считал. Захватить Карфаген, Тапсус и Лептис Магна. Вот, две территории, три территории, которые я хочу захватить в этой серии. Поэтому давайте не будем тянуть резину и сразу организуемся против Ливии. Союзников нету, очень хорошо все. Этот город можно взять и так, без проблем. На Тапсус я буду нападать после того, как возьму Карфаген. Не знаю, удастся ли взять Карфаген сейчас силами авторасчета. Если да, то будет... Ух, какая тут могучая армия, блин. Да, армия ни о чем. Так что даже и смысла лезть я не вижу. А так решить.
Ну, значит, у нас в этой серии будет больше планов взять чего-то еще. Я думал, вдруг все-таки придется сражаться. Но сражаться не пришлось. Так, повысим доблесть своей армии. Так, здесь у нас флот. Большой флот, но не страшный. Берем теперь остатки Карфагена. И все. Так, а вот здесь придется посражаться. Как видим, у них есть прекрасное войско на галерах. И армия гарнизона. Ну, маленькая такая. Но поскольку, как всегда, авторасчет нам показывает идиотские просто показатели. Вперед. С нашим исконно историческим врагом сразимся сейчас. Это Карфаген. Начнем, товарищи. Ну, как всегда, у нас одна и та же территория. Так. Центр, понятно. Отсюда, если ломануться, будет ли нам сопутствовать успех? Или пойдем все-таки по прямой? Стандартно. Да, вот с этой стороны я люблю нападать. Уже свыкся с ней. И свои баллисты мы подтащим вот туда. Через лесочек. Так, командир. Командир нужен нам для удара куда-нибудь. Хотя ладно. Здесь же пусть стоит. Так, ну начнем. Сразу же штурм, бег вперед. И подвинем немножко баллисты. Обстрел, чтоб удобный был данной территории. Так, где мои? Вперед. Вот сюда, генерал. Боевой клич есть. Хорошо. Хоть что-то есть. Так, кто нас тут ждет? Пельтасты. Кстати, их пельтасты покруче-то будут. Наших элит. У них доспехи хорошие такие. Что? Ну, у нас, по крайней мере, элиты прокачаны аж до серебра. Надеюсь, мы спокойненько их возьмем. За Карфаген как-нибудь надо попробовать поиграть. Так, ну тут толпа, это понятно, это ни о чем. И, конечно же, войска поддержки вот сюда высадились сейчас. Они идут туда. Ух ты! Какая крутая штука. Большая такая. То, что мои мелкие. Так, ну давай, стреляй вот в этих. А мы пока обстреляем вот эти. Нормально, нормально сносим. Так что можно, я думаю, спокойненько их истребить сейчас. Смотрите, у нас теперь шкала заполнения есть боевая. Внесли изменения такого плана. Так, эти уже побежали. Их осталось всего 7. Ну, ладно, пусть бегут. Бежать им все равно некуда. Добили.
отряд полностью. Здесь мы тоже неплохо вносим баллистой разрушительные влияния. Успеют, не успеют добежать. Фактически в упор стреляют мои хлопцы. Эх, ну давайте хотя бы часть снесите. А то они вон чухнули как. Гады, замяли моих. Давайте огонь. Пусть пока те бьются спокойненько. Конечно, они наши ряды дрогнули. Ну, это не страшно, лишь бы не убили. А отряд мы всегда восстановим. Ну ладно, побежали. Так, осталось 14 человек, очень хорошо. Это очень хорошо, друзья мои. Зарубите уже. Все, зарубили. Красавцами. Наши остались без снаряжения. Кстати, быстрее стали кончаться боеприпасы. Заметил. Истребление идет полным ходом. Потеряли всего один отряд. Это очень хорошо, что мы без таких крупных потерь. Наши остались без снаряжения. А даже баллиста вылезла с корабля. Вот она. Ой, придурки. Ну чё вы против меня делать собрались? Так, добьем снаряды и... Ну-ка, стреляй сюда. И спокойненько отступим. Так, в рукопашку. Генерал. Наши остались без снаряжения. Сейчас крикнет. Нет, поближе. Подойди. А, валим, валим, валим. Чуваки, валим. Вы тем более валим. Ишь ты, решили меня
мою конницу взять. Все складывается в нашу пользу. Так, вы сюда. А вы... Последние стреляющие отряды сюда. Стреляем еще немножко и вперед. Так, давайте давить этих. Священный отряд. Ух ты. Крутые дядьки. Но против моих-то куда? Ни о чем. Так, где конница? Давай сюда. Срочно ударить в тыл. И ударили. Так. Ну-ка. Истощены, тверды потрясены. Отлично. Атака с тыла. Просто хорошенечко себя. Нашего военачальника напали. Давайте сюда лупить всех. Рубимся, хлопцы. Так, что там генерал? Нормально все? Так, генерал-то тоже, причем неплохо. Фауст еле у меня. Священный отряд вырубает помаленьку. Так, давайте отступать, конница. А то что-то вы это подпортились. Так, эти уже все продавили их. Сейчас вот этих продаем и вообще все будет в шоколаде. Сейчас эти завяжут с ними бой. Ну все, побежали, хлопцы. Все, как обычно, встретимся на тактической карте. Так вот, нам удалось истребить всех почти. Самое интересное, что у меня было солдат 1220, а уничтожил... Где? Ну, почти 1020, то есть на каждого солдата приходится один убитый. Нормально. Растет генерал, растет наша армия. Так, урон отряда ближнего боя, защита. Ну вот это хорошая штука. И генералу бонус к натиску. Так, ну что, осталось только флот разбить. Эх, надо было его подкачать сперва. Сейчас мы его прокачаем. Это что, корпус получается 3-го уровня? Не слабо так. Так, посмотрим. Прочность аж на 70. На 69 увеличивается пунктов. Это весомый аргумент. А с чем связано? Ага, тут военный порт. У них 4-го уровня. Очень хорошо. А мы тут что нанять-то можем вообще? Текс. А нанять мы можем практически все. Хорошо.
Ну что ж, надо добить нашего врага. И флот повысили. Прям все в масть. Так, давай, приятель. Немножко осталось. Этот потопили, этот слегка подбили. Блин, слона жалко, не уничтожил. А нет, всех уничтожил, смотрите-ка. Приятно, приятно. Ну вот это хорошо. Фракция уничтожена. Карфаген. Ура! Виват нам. Виват. Так. Ну что ж, начинаем большую стройку, как всегда. Так, флот я, наверное, оставлю. Мне он пока нравится. А вот. Так, а что нам даст вот это? Легионеры, легионеры. Там велипы. А, то есть тут мы ничего хорошего не наймем. Так. Вот это дело. И свою. Неплохо Карфаген расстроил город после давнешнего моего нашествия и ограбления. И разорения, я бы даже так сказал. Он развил его нормально. Так, здесь нужен храм. Вот, осталось вот эту захватить. Но тут довольно-таки крепкие дядьки сидят. И вот здесь два города. Так, что у нас осталось? Осталось нам, по сути, ничего. Захватить часть Африки, и мы уже подвинемся буквально к Египту. А там пирамиды, все дела, туризм. Здесь, ну здесь я планирую нападать уже в следующий ход. В этом мы сделали все возможно. Ну что ж, спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пока.